Всем привет! Канал «Сварщик по жизни». Сегодня покажу вам, как сварить профильную трубу. Труба 30 на 20, 2 мм толщиной. Сначала, чтобы приварить, нужно подобрать ток, сделать прихватки, чтобы не повело, затем варим. Прихватываю в горизонтальном положении, ровно выставляю за подлицо нижней трубы и делаю прихваточки. Сначала с той стороны, чтобы вам видно, потом другую. Вот, ребята, прихватило, оно еще светится горячим, Т-образный, и варим на нижнем положении. Шов до того, как мы отбили шлаг, получается, вот он, некрасивый. Потом открываем, осторожно в глаза, чтоб не попало. Такой получился, надеюсь, у вас тоже хорошо получится, видно, надеюсь, на камеру. Всем пока, до новых встреч!